Рубль сегодня вслед за новой волной снижения нефтяных цен снова падает. И доллар, и евро на московской бирже сразу после открытия торгов заметно начали прибавлять. По отношению ко вчерашним значениям, рост на 2 с лишним рубля и к той валюте. Официальный курс, установленный Центробанком на завтра, 79,46 для доллара, евро 87 рублей 3 копейки. Но уже после объявления курсов по ходу торгов валюты только усилили рост и обновили свои максимальные значения. В какой-то момент при заключении сделок доллар перевалил за отметку 81 рубль, евро выше 88.